Там компоненты. Вставание 9 баллов. Но компоненты это можно еще обсуждать. А техника не обсуждается. Татьяна Новик, Михаил Кузнецов. Видели мы эту пару на финале Гран-при юниорском. Четвертое место они там заняли. Татьяна Новик и Михаил Кузнецов отлично откатались. Им с трибун аплодируют и скандируют слово «молодцы». Ну и, правда, очень чистенько программа прошла у этих спортсменов, которые тренируются в Москве у Нины Мозер. Нина Михайловна воспитывает много разных пар в школе Воробьёвы горы. Не так давно они катаются вместе, раньше катались с другими партнерами. Начинают свою программу необычно, с парного вращения. Потом уже идут на сальхов. Чистенько его сделали. Не то чтобы прямо так уж шикарно, но чистенько. Отличный выброс сальхов. Выброс сальхов стоит чуть-чуть поменьше на полбалла, чем Ридбергер. Проще делается.
двойную подкрутку они делают, такую чисто юниорскую. Но нельзя не сказать то, что, конечно, по сравнению с парами помощнее, они катаются не совсем под музыку. Пока еще совсем дети, но уже дети, называется, на правильном пути находящиеся. Татьяне 21 января исполнится 16 лет. 62,78 их результат. И проигрывают 4 балла Лющичкины и Майсурадзе. И по технической оценке обходят Лющичкины и Майсурадзе на 3 балла. Пардон, на 2.